Всем привет! Вы на канале интернет-магазина «Лампа Юй». Меня зовут Андрей. Темой данного обзора будет светильник из коллекции «Жюлет» от производителя «Майтони». Это коллекция точечных резных светильников. Состоит она из двух моделей. Есть белого цвета или черного. Диаметр светильника 10 см. Материал алюминий. Покрытие у него матовое. Источник света здесь светодиодный LED-модуль. Это когда группа светодиодов объединены в один модуль на электронной плате. А точнее, таких модулей здесь два. Здесь вот этот как основной. Еще вот такой дополнительный с тыльной стороны светильника. При установке светильник будет касаться потолка вот этой частью. Получается, что между поверхностью потолка и краем светильника будет такой зазор 6 мм, что позволяет этому свету стелиться по потолку вокруг светильника. Потребляет светильник 6 Вт, выдает немного больше 60 Вт. Он имеет три режима работы. Его можно включить вот так, то есть работает только подсветка та, которая декоративная, дополнительная. Выключили, включили. У нас будет основной свет, а подсветка выключается. Снова выключили, включили. И включается и то, и другое. Ну и также точно снова. Переключается это любым выключателем. Просто выключили, включили, выключили, включили. И режим будет меняться. Эта подсветка на потолке будет создавать примерно вот такой эффект. Такую модель одну можно рассчитывать на площадь 2-3 квадратных метра. Для установки в потолке необходимо будет вырезать отверстие. Оно должно быть диаметром 6 сантиметров. Глубина посадки у него тоже 6 сантиметров. Есть две крепежные лавки. И трансформатор, который будет в комплекте. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Лампа.ua. Всем пока.